Добрый вечер, точнее добрый день, извините, потому что по привычке обычно вебинары проводим по вечерам. Добрый день, коллеги, добрый день, друзья, партнеры, инвесторы, ну, в принципе, городу Братску, который у нас присутствует, наверное, можно было уже сказать и добрый вечер, правильно? Потому что у вас, не ошибаюсь, там чуть ли не плюс 5 часов, поэтому у вас уже вечер. Приветствуем Питер, приветствуем Бишкек. Вот. Если меня слышно, видно, хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики, напишите свои города, из которых вы сегодня... Слушайте сегодняшний вебинар в чате, будет очень здорово. Питер, Бишкек мы уже видели, Братск. Вот. Хороший город, который написал Виктор, не могу его прочитать, к сожалению. Быстро так не сориентируюсь по кнопкам. Я думаю, что есть возможность переписать. Приветствуем южную столицу, как называют город Сочи, Новосибирск, Татарстан, Пермь. Очень здорово. То есть география у нас по-прежнему широкая. Хабаровск точно не промахнулся с вечером, да? Владимир, Воркута. Ну, в Воркуте время такое же, как в Москве. Итак, коллеги, сегодня у нас речь с вами пойдет о партнерской программе компании Skyway Capital. То есть мы с вами поговорим о тех квалификациях, которые есть в этой партнерской программе. Она достаточно простая. Делаем это на протяжении уже где-то месяца с небольшим, потому что данная партнерская программа работает у нас с 18 января этого года. Приветствуем город на берегу реки Вятка, город Киров. Вот. Потише похрипывает. Хорошо, я немножко отодвинул микрофон и сейчас на настройки зайду и уменьшу сигнал микрофона. Хотя он и так стоит меньше половины и стоит эхоподавление. Поэтому я отодвинул, может быть, стало немножко лучше. Приветствуем Анапу. Был этим летом в городе Анапа, отдыхал там 10 дней. Мне очень понравилось. Понравилось море. Да все понравилось, в принципе. Еда и люди, которые там живут. Итак, коллеги. Партнерская программа – это, по сути дела, сегодня инструмент в руках каждого из вас, который позволяет зарабатывать деньги. Да, то есть зарабатывать деньги простым способом, как я часто это говорю, не надо перекатывать то, что, скажем так, не перекатывается, не надо носить какие-то тяжести, вот, не надо, скажем так, перенапрягаться физически, нервно, морально, духовно. Да, а просто, если реально вам нравится проект, в котором вы уже приняли участие, если вы являетесь нашим акционером, если вы верите в то, что данная технология реально будут реализованы в ближайшее время и принесут столько пользы окружающему миру, то единственное, что вам нужно будет делать, это делиться информацией о нашем проекте, о той возможности, которую предлагает компания Skyway Capital, и за это вы будете вознаграждены. Вознаграждены в виде тех процентов, которые мы сегодня с вами разберем. Тот вид вознаграждения, который вы получаете, ну, его можно по-разному оценить, это можно сказать агентское вознаграждение, это можно сказать какое-то авторское вознаграждение, да, это можно назвать остаточным доходом все-таки каким-то, потому что у нас люди есть те, которые не единожды покупают пакеты, соответственно, это можно назвать остаточным доходом. Ну, наверное, в начале нашего вебинара скажите, вот есть те, кто уже занимался MLM-бизнесом, сетевым бизнесом, если такие есть, поставьте циферку 5 в нашем чате, да, и, наверное, все-таки разница в подходах традиционного MLM-бизнеса, сетевого бизнеса и то, что делаем мы. Смотрите, как правило, в MLM-программах, в MLM-компаниях все происходит следующим образом. То есть есть компания, которая уже есть на рынке, которая производит что-то, да, либо оказывает какие-либо услуги, но компания уже устоявшаяся, и после того, как они создали что-то, они приглашают к сотрудничеству людей, которые могут быть клиентами этой компании, потреблять продукцию, услуги и рекомендовать данные услуги и продукты другим людям. То есть фактически есть владельцы компании, которые ей владеют, да, и есть те, кто получает определенный процент, если они строят структуру. Кто-то дольше строит структуру, кто-то меньше. Вот. Есть огромное количество компаний, которые создали рынки остаточного потребления. Есть, скажем так, десятки, сотни, тысяч и миллионы даже людей в некоторых компаниях, которые просто периодически потребляют продукцию, которую им предлагают. И в вашей сети, если это происходит, да, в соответствии с маркетинг-планом тех компаний, которые они имеют, начисляется какое-то вознаграждение. У нас же история немножко другая. Да, у нас есть маркетинг-план, у нас есть MLM-бизнес, это можно тоже так назвать, но принцип немножко другой. Представьте, что вы, например, когда-то изъявили желание стать дистрибьютором компании, которая, например, реализует волшебную зубную пасту, да, почистив зубы которой, там и кариес проходит, и дырки она залепляет, и так далее, и так далее. Но вы стали партнером этой компании не в тот момент, когда продукцию уже предложили к выходу на рынок, да, а в момент, когда она просто, скажем так, планировала создаться и производить такую продукцию. То есть вы стали совладельцами части этой компании, которая потом выпустила классный продукт, и он начинает использоваться во всем мире, люди его покупают, а вы в соответствии со своей долей в этой компании получаете прибыль от постоянной реализации
каждого тюбика пасты. Представляете себе ситуацию, да? Вот у нас такая ситуация. У нас есть технология, и руководитель нашей компании, автор технологии Анатолий Эдуардович Юницкий, предложил каждому из нас стать совладельцем этой компании в период, когда она еще не вышла на рынок с для того, чтобы реализовывать продукцию. А продукция, вы знаете, у нас будет технология. Она будет использоваться в огромном количестве адресных проектов, и мы оттуда будем получать прибыль. И у нас маркетинг-план здесь, в принципе, завязан на то, что мы привлекаем тех людей, которые хотят получать большой доход в будущем. Да? То есть, ну, это намного, наверное, интереснее, чем просто, скажем так, быть дистрибьютором какой-либо компании и постоянно, скажем так, работать над тем, чтобы реализовывать какие-то объемы продукции. Причем большинство MLM-компаний имеют агрессивные маркетинг-планы, так называемые, в которых вас обязывают выполнять какой-то минимальный объем товарооборота, да, в которых вас обязывают, скажем так, выполнять товарооборот группы, либо личные закупки какие-то делать, и не выполнение чего-то одного из этих многих условий, либо из двух, либо из трех, да, либо там может быть одно условие, сулит то, что вы теряете доход. Вот у нас этого нет, и об этом мы сейчас с вами поговорим. И вот хотелось бы понять, услышали вы меня то, что я сейчас сказал, понятно ли я объяснил, просто цифру 1 поставьте те, кому это понятно. То есть разница между традиционным MLM-бизнесом и тем, чем занимаемся сегодня мы с вами. То есть, что мы сегодня создаем? То есть, да, мы создаем также партнерскую сеть, мы строим, скажем так, MLM-структуры и так далее, но структуры тех, кто сегодня может зарабатывать деньги благодаря маркетингу, который у нас есть, и в будущем получать очень серьезный доход, как совладельцы компании, на ту прибыль, которая будет распределяться между владельцами акций компании Skyway Capital. Итак, коллеги, перейдем к маркетинг-плану. Давайте выберем способ такой общения. То есть я кратко расскажу, ну, постараюсь доходчиво, да, по каждой квалификации. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы мне в конце вебинара их напишите, хорошо? Здесь, в нашем чате. Ну и просто напомните кто-нибудь из вас там по поводу новостей, которые у нас, по сути дела, появляются ежедневно, вот, чтобы я не забыл вам их озвучить, хорошо? Итак, действительно, партнерская программа – это сегодня отличный способ создать себе источник дохода, причем постоянно растущего дохода. Если вы будете сами делиться этой информацией с окружающими людьми и помогать людям, приходящим в вашу структуру, делать то же самое, обучать их простым действиям, да, и помогать им продвигать эту информацию дальше в массы, соответственно, вы сможете на нормальных человеческих взаимоотношениях, а именно на этой основе строится MLM-программа, да, вот, открытых, честных, ничего не придумывать, делаю сразу важный акцент. Да? Не нужно, скажем так, на то, что и так является хорошим, навешивать дополнительных барсиков, там, да, каких-то клубничек подкладывать и пытаться совершенствовать то, что у нас на сегодняшний день есть. Есть информация о том, что проделано, есть реально существующая технология, есть тот же маркетинг, о котором мы говорим. Не надо ничего придумывать. Говорите людям честно, открыто, что у нас есть. Кто-то из них, возможно, захочет стать вашим партнером, либо стать акционером и так далее, и так далее. Итак, коллеги, 5 квалификационных уровней, 5 ступенек карьеры. Да? Если вы помните, в предыдущем маркетинге у нас их было 7. Вот. Статус клиента, который был в прошлом маркетинг-плане, являлся, скажем так, квалификацией. Да? Он у нас здесь просто подготовительным считается. То есть любой человек, который по вашей рекомендации, по вашей ссылке зарегистрировался в личном кабинете, он является клиентом. Клиентом, который может задавать там десятки, сотни вопросов для того, чтобы понять, что из себя представляет технология, что это за компания Skyway Capital, да, какие возможности она предлагает людям, а что это за акции и так далее, и так далее. Человек вправе это делать. Он может разобраться полностью, скажем так, со всем, что находится в личном кабинете. Кстати, обновление личного кабинета у нас фактически происходит еженедельно. И вот те вебинары, которые мы проводим по средам, что у нас где находится в личном кабинете, как правило, что-то новое появляется каждую среду. Поэтому если вы, скажем так, любите следить за какими-то новинками, которые появляются в нашей компании, то по среду можете приходить на вебинар, который у нас проводится в 17 часов по Москве. Вот. Мы для вновь зарегистрированных партнеров, в первую очередь, да, те, кто недавно, скажем, стал нашим партнером и только разбирается, что у нас где лежит в наших амбарах и сусеках, да, вот мы для них проводим. Но и тем не менее у нас все время есть новости, поэтому всегда рады видеть нас, вас, точнее, на наших мероприятиях. Вот, благо этих мероприятий сейчас много, действительно, инструментов для развития бизнеса предостаточно. Да? Причем они затрагивают разные направления, это и адресные проекты, и то, как строить бизнес у нас есть. И сегодня в 19 часов на своем кофе-брейке Григорий Мирошниченко будет рассказывать, опять делиться информацией о, наверное, наиболее насущных вопросах, которые возникают у вас при построении структуры в нашем бизнесе. Итак, клиент, он в принципе ничем не обязан, он может стать нашим инвестором, может им не стать, он может просто, скажем так, иметь этот личный кабинет и стоять на запасном пути, да, как бронепоезд подбитый, в ожидании того, что же произойдет в ближайшие там несколько месяцев. Это его право.
То есть его никто не выкинет, его никто не удалит. Вы знаете, кстати, опять же, одно из отличий от большинства MLM-компаний. Во многих компаниях, если ты зарегистрировался и в течение какого-то промежутка времени не сделал никакого действия, то тебя просто берут и вычищают, да, из тех, кто принимает участие в проекте, и все, а тебе забывают. У нас есть возможность просто интересоваться, получать новости от компании, да, опять же, взвешивать, завести себе аптекарские весы такие, маленькие гирьки, да, вот раз новость, она вот перевесила ваши гирьки, сомнения или нет, хоп, следующая новость. И в итоге когда-то вдруг выровняется, и вы перестанете чесать, скажем так, правой ногой у себя в затылке или за ухом и примите решение сотрудничать с компанией Skyway Capital. Первая квалификация, называющаяся партнер. Опять же, для того, чтобы стать партнером, в принципе, ничего, скажем так, сверх тяжелого делать не нужно. Достаточно зайти в личный кабинет, ознакомиться с информацией и зайти в раздел «Инструменты партнера», реферальные ссылки. У вас высветится баннер, на котором будет написано: для того, чтобы данный раздел сайта был вам доступен, необходимо заключить агентское соглашение. Если вы говорите, что вы готовы заключить агентское соглашение, у вас открывается договор, который вы читаете, и в конце этого договора есть кнопка «Да, я согласен с этими условиями». Если человек делает эти действия, то он сразу же переходит в статус партнера, даже если он не купил никакого пакета акций компании Skyway Capital. Вот, то есть подписал договор, пожалуйста, ты партнер, и ты имеешь возможность получать вознаграждение, если с кем-то будешь делиться информацией, кому-то давать реферальные ссылки, с 4 уровней глубины ты будешь получать проценты, которые видишь на экране, да? 15% от рекомендаций в первом поколении, то есть весь товарооборот, который будет сделан по вашим рекомендациям, люди регистрируются по вашим реферальным ссылкам, покупают себе какие-то пакеты акций, с товарооборота, который создается у вас в первом поколении, 15%. Соответственно, если они кому-то рекомендуют, это второе поколение, те рекомендуют третье поколение и четвертое поколение, да? Либо уровни, то есть в MLM-бизнесе так это называется. Второе поколение вам дает 4% от товарооборота, третье 2% и четвертое 1%. Ну, может быть, немного, но смотрите, вот именно этот способ выбирает поначалу большое количество людей, которые просто для себя купили какой-либо из пакетов акций нашей компании, будь то рассрочка, будь то даже не акционные какие-то пакеты, да, вот по тем дисконтам, которые у нас есть в личном кабинете. И думаю, что он, может быть, кому-то порекомендует. Да? То есть, если, может быть, у него рекомендация случается, у него может получиться так, что в первом поколении там будет 1-2 партнера, кто-то из них может быть активен, у него начнется строиться ширина в глубине, и он оттуда будет просто получать положенный процент. 4, 2 и 1. Вот. Этот способ, скажем так, ну, пожалуйста, он нормальный. Если у вас есть такие люди, то нет проблем. Вы будете получать с того товарооборота, который будет создавать их структура. Следующий уровень называется консультант. Следующая квалификация, вторая ступенька карьеры. Вот. Здесь уже появляются 3 небольших условия. Для того, чтобы стать консультантом в нашей компании, необходимо сделать следующее. Самому купить акции на сумму не менее чем $100, да? Причем на сумму $100 вы можете приобрести этих акций, будь то за свои личные деньги, то есть завести их в кабинет, да, и купить себе пакет акций, будь то с бонусного счета, потому что бонусный счет, если вы кому-то рекомендуете, ничего не купили, а уже люди покупают пакеты по вашей рекомендации, на бонусном счете может аккумулироваться уже какая-то сумма в виде 15%, то, что мы с вами говорим, да, и вы эти деньги можете использовать на приобретение пакетов акций. Вот в этих цифрах, что я говорю, на $100 купить пакетов акций компании Skyway Capital – это живые деньги. Основной счет либо бонусный счет. Минимум 2 человека в вашем первом поколении должны точно так же, как и вы, купить пакетов акций на сумму от $100 и более. Причем, опять же, это можно купить одним пакетом закрыть, это можно по накоплению набрать пакетами меньшего номинала. У нас есть, вы знаете, пакеты за 10, за 30, за $60, за 130. То есть вы можете взять там пакет за 60 и потом 3 пакета по 15. У вас будет 105, соответственно, вы это условие выполнили. Точно так же и ваши партнеры. И очень важное условие третье, да, это суммарный товарооборот с учетом ваших проплат, да, и проплат вашего первого поколения, объем товарооборот, созданный вами лично и первым поколением, должен быть не менее $500 США. Когда это условие выполняется, вам присваивается квалификация «консультант». Вам добавляется один уровень глубины, вы с него начинаете получать процент. К тем уровням, которые были, со 2 по 4, у вас тоже добавляется по 1%. То есть со 2 уровня вы получать начинаете 5%, с 3 – 3%, и с 4 – 2%. Ваше вознаграждение, скажем так, добавляется один уровень глубины и по 1% на те уровни, которые получал партнер, у вас больше. С первого поколения, как и на уровне партнера, получаете 15%, и в принципе эти 15% у нас идут до
самой вершины нашего маркетинг-плана, либо карьерной лестницы. Квалификация лидера. То есть здесь точно так же все происходит. Три условия. Первое из них, что объем личных инвестиций должен быть уже не менее $200 США. Опять же, либо сразу, либо по накоплению. Вот. Я думаю, вы знаете таких людей, и мы знаем огромное количество наших партнеров, которые сразу приобрели себе пакеты FACTS, там кто-то на $1000, кто-то на 2, кто-то на 5. То есть люди, которые купили на 2 и более личных, у них есть объем, да, они себе фактически заложили фундамент под самую верхнюю квалификацию по маркетинг-плану компании Skyway Capital, о котором я сейчас рассказываю. Итак, $200 ваша личная инвестиция. В первом поколении уже 3 человека, которые должны сделать инвестицию на сумму не менее $200 США. И суммарный товарооборот ваш и первого поколения уже должен быть не менее чем $2000 США. Когда это условие все три выполняются, вы становитесь лидером. И сумма, точнее проценты, которые вам начинают выплачиваться, они здесь отражены на слайде. По-прежнему 15% вы получаете с первого поколения, уже 6% со второго. С третьего поколения вы начинаете получать 4%, с четвертого и пятого по 2%, и с шестого 1%. То есть у вас добавляется еще один уровень, 1%, к пятому уровню добавляется 1%, к третьему и ко второму уровню тоже добавляется по 1%. То есть вы начинаете зарабатывать больше. Как и на предыдущих квалификациях, и на последующих, вознаграждение, которое вы получаете в виде тех процентов, да, отчисляемых по маркетинг-плану, оно вам идет и на акционный счет, и на бонусный счет. Это очень важно. Сразу, наверное, здесь разъясню, что такое акционный счет. Акционный счет на сегодня его можно назвать подарком компании. Да? То есть вы получаете живые деньги на бонусный счет, и ровно такая же сумма вам начисляется на акционный, и деньги с акционного счета вы можете использовать только на покупку пакетов акций нашей компании, которые не ходят ни в какие акции, ни из какие-то дополнительные программы. Стандартный прайс-лист. Накопили, например, у вас там на акционном счете до $200, купили себе неплохой пакет в виде там 20 с лишним тысяч акций за $200 с акционного счета. И еще увеличили на 20 тысяч акций портфель своих инвестиций в наш проект. В будущем эти акции могут превратиться в $20 000, да, это потенциальный рост акций к 2017 году. Хорошо ли это? Ну, я думаю, хорошо. Хотя некоторые люди еще пытаются нам, скажем так, а почему вот мы с акционного счета не можем там чего-то делать и так далее. Вы знаете, ну как бы получать подарки на подарки было бы, наверное, не совсем корректно, да? Вот. Поэтому подарок, его можно использовать только в направлении том, что увеличить портфель инвестиционный в нашем проекте. Ну, я считаю, это очень хорошо. Четвертая квалификация. Называется мастер. То есть мастер – это уже, скажем так, тот человек, который фактически умеет все в том направлении, в котором он работает, да, в котором он развивает какой-либо бизнес, там, деятельность и так далее, и так далее. То есть, как правило, если вы дойдете до уровня мастера, у вас уже может быть большая структура. Хотя даже до уровня мастера можно дойти, в принципе, с там, 5 либо 10 людьми. Это могут быть люди в вашем первом поколении, которые сделают крупные инвестиции. Вы видите, да, три условия. Первое, ваша сумма инвестиций должна быть не менее $500. В вашем первом поколении должно быть не меньше 3 человек, которые выполнили квалификацию лидер. Это та квалификация, о которой мы говорили вот 2 минуты назад. И суммарный товарооборот достигает $5000 США. Это первое поколение и ваши инвестиции. То есть ваши 500, соответственно, все остальные, которые есть у вас в первом поколении, должны сделать не менее 4500. Вот. Могут ли это сделать там 10-15 человек? Да, могут, если они купят крупные пакеты акций. Вот. Но, как правило, скажем так, на уровне квалификации мастер уже это как минимум там несколько десятков человек. Там 20, 50, 100 человек и несколько сотен даже может быть в вашей структуре, прежде чем вы станете мастером. Три условия я вам озвучил, да, и проценты, которые вы здесь начинаете получать, следующие. То есть у вас увеличивается процент на втором уровне, он становится равным 7. Вот. У вас по-прежнему 4% с третьего уровня, по 2% с четвертого и пятого, 1 с шестого, и добавляется еще 3 уровня глубины по половине процента от товарооборота, который создается на этом уровне. При правильном построении сетевой структуры, да, если вы, скажем так, приглашаете какое-то количество людей сами, помогаете им продвинуть эту глубину, потом вместе помогаете следующим, то на каждом следующем уровне людей будет, ну, в разы больше, да, чем на предыдущем. Соответственно, вроде бы товарооборот 0,5% там, седьмого уровня может показаться какой-то не очень большой, но когда там огромная структура, она покупает пакеты акций, причем по-разному, кто-то на $15, кто-то на 1000 или на 2. Вы начинаете получать процент оттуда. Это тоже очень хорошо, я считаю, это большой плюс. Так же, как и на предыдущих квалификациях, вам начисляется вознаграждение в полном объеме и на бонусный, и на акционный счет.
Следующая квалификация, вершина, наверное, да, маркетинг-плана компании Skyway Capital, так это можно назвать. Причем вершина, она не острая, да, на котором будет сидеть один человек, как на кого его посадили, и все, больше туда никто не может залезть. Она плоская, то есть на эту вершину может забраться 2, 3, 5, 10, 100, 1000 человек. Были бы они только готовы это делать. То есть ограничения по тем людям, по количеству людей, которые могут стать экспертами по маркетинг-плану компании Skyway Capital, их нет. Опять же, кто изъявит желание, кто будет активно строить структуру и двигаться вперед, они все могут дойти до эксперта. Вот, никого искусственно тормозить не будут, да, и тем более у нас нет каких-то условий, которые вас обязывают что-то постоянно выполнять, чтобы подтверждать там свою квалификацию и так далее, и так далее. Итак, эксперт. Объем ваших личных инвестиций не менее 2000 личных. Минимум 3 человека в вашей структуре должны быть мастерами, и 2 из них обязательно должны быть в вашем первом поколении. Третий мастер, он может быть от вас во втором, в третьем, в пятом, в десятом поколении. Важно, чтобы он был в другой ветке, в которой у вас находятся мастера в первом поколении. Да? То есть в другой ноге, в другой ветке, это так называется. Когда вы выполняете это условие, товарооборот первого поколения достигает 10 тысяч долларов либо более, вы становитесь экспертом. И у вас, скажем так, с этого момента есть возможность получать максимальное вознаграждение по маркетинг-плану компании Skyway Capital. 15% первого поколения, 7% второе, 4% третье, по 2% четвертое, пятое, 1% шестого, по 0,5% с седьмого по девятый уровень. И у вас еще открывается 11 уровней глубины, с 10 по 20, откуда вы получаете 0,2%. Вот. Но если вы, скажем так, мастер создания партнерских структур, у вас к этому времени, будучи экспертом, могут быть, скажем так, не 1000 человек под вами, соответственно, там в этих уровнях вы будете получать приличный доход. Точно так же, как и на предыдущих квалификациях, я вам говорил, вознаграждение начисляется и на акционный, и на бонусный счет. По сути, это вот тот маркетинг, он достаточно простой. Информацию, которую я сейчас вам озвучил с рисунками и прочее, да, она отражена вот в этой таблице, которая сейчас у вас перед глазами. Партнер, абсолютно любой товарооборот, 4 уровня вознаграждения, минимум 500 долларов товарооборот вместе с первым поколением ваших. И ваших партнеров вы получаете с 5 уровней глубины, вы видите, да, то есть бежевый, светло-бежевый фон. 2000 товарооборот суммарный, и вы лидер, да, получаете с 6, и точно так же на мастере с 9 уровней, на эксперте глубина до 20 уровня. Это то, что вы получаете, скажем так, по обычной схеме маркетинг-плана компании Skyway Capital. Вот, для тех людей, вопрос хороший, сейчас я на него отвечу потом, хорошо, Ирина? Для тех людей, которые активно развивают первое поколение, у нас буквально 10 дней назад были доработаны дополнения, и это можно назвать, скажем так, бонусная программа для тех, кто активно развивает наш бизнес, продолжает приглашать людей в первое поколение. И в первом поколении у людей, у которых идет большое количество проплат, они получают дополнительные вознаграждения. То есть выглядит это следующим образом. Да? А вы знаете, у нас в принципе на сегодняшний день, с ноября месяца действует инструмент рассрочки, приобретение акций в рассрочку. И те люди, у которых в первом поколении есть, ну там минимум 5, 10, либо 20 человек, которые платят в рассрочку, фактически они обречены на дополнительные проценты с первого поколения. Слово «обречен», конечно, не очень хорошее, но тем не менее в этом случае оно работает в позитив. Да? Итак, если вы строите строите бизнес, у вас в первом поколении было осуществлено 4 проплаты, то есть 4 транзакции, 4 отдельные покупки каких-либо пакетов, неважно, по 15 долларов или по 15 тысяч долларов, да, либо 25 тысяч долларов, то есть какой бы пакет человек ни взял, вы получаете те положенные вам 15%. Как только покупается пятый пакет, да, идет пятая транзакция, за нее уже идет начисление в виде 16%. И отдельная транзакция за предыдущие 4 пакета вам начисляется 1%. То есть тот товарооборот, который был сделан на закупки 4 пакетов в вашем первом поколении, к нему добавляется 1%, то есть фактически эта ситуация будет соответствовать, что вы за все 5 пакетов получили по 16%. Дальше, шестой пакет, который купили, 7 и так до 9, это 16%. Как только появляется 10 покупка пакетов, 10 транзакция в вашем первом поколении, она уже идет по 17%, а за весь предыдущий товарооборот, который был до этого момента сделан, добавляется еще 1%. То есть фактически за 10 пакетов вам начислено будет 17% в итоге суммарно. Далее, если вы продолжаете строить бизнес, если у вас люди покупают рассрочку, вы можете приглашать новых людей, потому что разницы, что за пакеты были куплены, нет. Да, 11, 12, 13, вплоть до 19, по 17% вам начисляется по маркетинг-плану, по этому дополнению. Да. И как только 20-я проплата или 20-я транзакция в первом поколении у вас проходит,
За нее уже идет начисление 18%, и за весь предыдущий объем начисляется 1%. Это соответствует ситуации, что за все 20% вы получали по 18%. Точнее, за все 20 пакетов вы получали по 18%. Вот такое дополнение. Каждый последующий пакет свыше 20-го вам просто платят по 18% за каждый купленный пакет. Но есть несколько условий, чтобы вот по данной программе зарабатывать деньги. Первое. Все пакеты, которые у вас в первом поколении покупаются, точнее все транзакции, я буду более точен, потому что, вот, допустим, есть ситуация, когда человек купил один пакет в рассрочку, а потом решил рассрочку, скажем так, погасить либо целиком одной покупкой, либо купить там несколько, скажем так, месяцев, оплатить тоже одной покупкой, то будет считаться это как два купленных пакета. Да? Он купил за один месяц и там за четыре оплатил. Было бы, конечно, здорово, если все четыре учитывались как отдельные покупки, но будет вот этот вот четыре купленных пакета будет как одна транзакция. Соответственно, получается у нас две покупки в первом поколении. То есть все пакеты должны быть куплены в течение одного календарного месяца, с первого числа по последнее число этого месяца. Да, вот я сразу хочу, скажем так, отсечь вопросы, которые будут звучать так. Хорошо, а если у меня там как бы в феврале люди купили, а последняя проплата была 2 марта. Вот последняя проплата 2 марта может быть первой проплатой в следующем месяце. Понимаете, да? Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. То есть человек мог сегодня купить пакет, завтра, там, через 3 дня. Все его покупки будут учитываться в вашем первом поколении. Для получения бонуса у нас учитываются те пакеты, которые люди оформляют в рассрочку. Были оформлены в рассрочку, они их оплачивают. Это очень важно. И то, что я говорил, пакеты могут быть куплены как теми людьми, которых вы только сейчас пригласили в этот бизнес, да, так и теми, кто зарегистрирован давно. То есть разницы мы не делаем. Любая покупка пакета, она учитывается. И вознаграждение, как и на всех квалификациях, то, что я вам рассказывал, уйдет и на бонус, на акционный счет. На данном слайде рассмотрен пример, как происходит то, что я вот сейчас объяснял. Если взять, например, за покупку стандартного пакета $50, то есть все в вашем первом поколении покупают за $50 пакеты. То есть за первые 4 пакета вам начисляется 15% от их стоимости, это $30. Пятый пакет 16% от $50, это 8. Соответственно, если мы все это сложим, 38, и плюс еще бонус в виде $2 за первые 4 пакета, которые были куплены. Соответственно, вы заработаете, если у вас 5 человек купили по $50, $40 бонусного вознаграждения. Дальше вы продолжаете строить бизнес. Снова за 4 пакета начисляется, но уже 16%, это 32. А 10 пакет 17%, это 8,5. Плюс ко всему $4,5 вам начисляют отдельные транзакции за, как, в виде 1% за предыдущие купленные 9 пакетов. Суммарно получается еще $45. Дальше у вас идет 9 пакетов, которые люди покупают по $50, да, 17% от этой суммы составит $76,5, 18 пакет это $9. И плюс бонус за все предыдущие купленные пакеты еще 1% $9,5. То есть это суммарно 95. Если мы все это сложим с вами, да, у нас получится ни много ни мало $180. Но так как у нас на слайде здесь были нарисованы еще вот там два шарика, 21 там и пусть 22 будет считаться, да, то за два купленных пакета по $50 вам начислят еще 18%, то есть это $18. То есть на данном примере суммарно вы заработали $198 от суммы инвестиций, да, то есть $1100 в вашем первом поколении прошла инвестиция, и вы от нее заработали $198 США. Ну, в принципе, очень хороший доход, да, это почти там, ну не почти, это 18%. Опять же, условия, которые вот я озвучивал, они те же самые, в этом примере они действуют. Что сказать по маркетингу, который я вам рассказал? Первое, действительно, одно, наверное, из преимуществ, что он реально простой. То есть здесь нет каких-то дополнительных сложных комбинаций, чтобы получать те проценты, которые мы с вами озвучивали. Да? Важно, что маркетинг накопительный. То есть все, что вы делаете сами, все, что делают ваши партнеры, оно вам идет в накопление. То есть объем первого поколения накопительный никогда не обнуляется. Объем ваших личных инвестиций накопительный никогда не обнуляется. Квалификационным считается первый уровень. То есть, если раньше мы в предыдущем маркетинге у нас все-таки товарооборот общий учитывался, да, то здесь все четко привязано к первому уровню. То есть, опять же, мы возвращаемся к чему? Те люди, которых вы приглашаете в первое поколение, скажем так, вот смотрите не то чтобы за качеством этих людей, важно, для чего они это делают. Очень здорово, если у вас в первом поколении просто люди, которые стали инвесторами, это хорошо, они вам делают товарооборот. Вот. Но среди них пусть выявляются те, которые будут развивать бизнес. Если у вас в первом поколении есть несколько людей, которые развивают активно бизнес,
соответственно, вы будете расти в квалификации, потому что привязка идет к первому поколению. Я хочу сразу вас предостеречь, чтобы вы не дарили тех людей, которым дали информацию, которые заявили желание с вами сотрудничать, и не ставили их во второе поколение, в третье, в пятое, под, скажем так, огромную семью, которая у вас есть, но которая ничего не хочет делать. Да? Вот. Если люди говорят, да, мы готовы действовать, лучшее, что вы можете сделать для себя и даже для ваших родных и близких, да, которые у вас в первом поколении подписаны, это продемонстрирует на своем примере, что вы зарабатываете деньги. Да? Если они не хотят зарабатывать деньги, это их право, это их выбор. Вот. Если вы под них поставите человека, они получат 15%, в 99 случаях из 100 это их никак не промотивирует. Вот. Редко получаются те, которые говорят, ой, спасибо, ты мне дал человека, я заработал денег, давай-ка я с тобой буду бизнес строить. Как правило, это не происходит. Вот. И лентяи как были лентяями, так ими остаются. Даже если мы их горячо любим. Вот. Пусть они будут у вас в жизни, вы их будете любить по-прежнему, но не создавайте для них в жизни халявы. Да? Вот. Мы приводили в предыдущем вебинаре пример, там, что лучше дать человеку удочку, чтобы он рыбу умел ловить, правда, чем кормить его рыбой постоянно. Причем он может разожраться так, что съедать вашу рыбу. Вот. Поэтому лучше этого не делать. Далее, вывод средств. Если на вашем бонусном счете накопится от $30 и более, вы можете оформить заявку на вывод и вывести эти денежные средства. Но не менее $30 должно быть. Условия роста квалификации, мы уже говорили, это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций людей, находящихся в вашем первом поколении. К преимуществу можно отнести то, что действительно проинвестировав даже $15 США, то есть, ну, было бы глупо, да, быть просто на уровне партнера, зарабатывать деньги, а самому не купить ни одного пакета акций. Ну, нелогично. Хотя бы даже $15 потратить с бонусного счета на то, чтобы купить 795 акций нашей компании, это уже, наверное, нормальный вменяемый ход. А лучше бы и больше акций купить, если вы уж, скажем так, верите и даете информацию людям. Потому что еще очень важный момент. MLM-бизнес, он замечателен тем, что люди редко делают больше, чем делаете вы. Соответственно, если вы ничего не купили, да, то высока вероятность того, что вы будете регистрировать огромное количество людей с такими, знаете, горящими глазами, как блюдцы, которые будут ходить как зомби, блин, по ночам, да, или лунатики, всем рассказывать, как замечательно, какая классная компания, покупайте акции и так далее, а сами покупать не будут. То есть вы будете Моисеем, который будет там какое-то количество лет водить такую большую шоблу, да, вот, в поиске обетованной земли. Поэтому бизнес так устроен, что люди повторяют вас. И редко кто делает больше. У нас нет необходимости подтверждать квалификацию, мы с вами уже это обсудили. То есть, поднявшись, например, на ступеньку консультанта, вы никогда уже не будете партнером. Но вы можете стать лидером. Стали лидером, соответственно, консультант и партнер для вас уже закрыты. У нас односторонний рост. Это тоже очень важно. Высокий процент выплат, то есть до 18% с учетом бонусной программы вы можете получать с первого поколения и от 0,2% до 7% с глубины вплоть до 20 уровня. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете пригласить лично за собой в этот бизнес. Это тоже очень здорово. Но опять же, соизмеряйте свои силы, да, время, которое у вас есть, каким образом вы хотите строить этот бизнес. Да? Если вы хотите, скажем так, 25 часов в сутки сидеть за компьютером, объяснять людям, что из себя представляет, скажем так, технология Skyway, какой у нас замечательный бизнес и так далее, то вы можете, конечно, подписать сразу там 20-25 человек и пытаться, скажем, их выстроить в какую-то линию и двигаться, управлять этой структурой. Но если вы не будете спать, например, да, то вы через какое-то время устанете. Вот. Не дай бог, вы можете попасть даже в заведение, которое, скажем так, обычно упаковывает людей, которые не спят, потому что силы заканчиваются, да. Поэтому самое логичное, что можно сделать, это зарегистрировать несколько человек, помочь им развиться, там 4-5. Вот. Дальше взять еще пару человек, потом еще пару человек. Потому что я предполагаю, что почти у каждого есть семья, да, есть какие-то интересы в жизни. Вот. Я не знаю, может быть, вы любили до этого времени ходить там на рыбалку, заниматься спортом, слушать оперную музыку, да, ходить там, не знаю, камерную музыку, филармония, театры и так далее, и так далее. То есть не нужно себя в этой жизни этого лишать. Просто грамотно спланировать неделю, выбрать примерно какое количество времени вы готовы посвятить данному бизнесу, давать информацию людям и в этом ключе двигаться. То есть не надо себя и семью лишать того, что у вас было хорошего до того, как вы стали нашим инвестором. Да? Вот. Но тем не менее, если вы видите перспективу развития этого бизнеса, это хорошее подспорье уже сегодня может быть, и в будущем это серьезный уровень дохода от тех акций, которые вы покупаете. То есть количество партнеров в первом поколении, смотрите, да, опять же, есть такой идеолог, можно даже назвать, MLM-бизнеса Рэнди Гейдж.
Да, вот он категорически против того, чтобы каждую субботу и воскресенье устраивать обучающие мероприятия для партнеров. Потому что если мы каждую субботу и воскресенье это будем делать в каждом городе, да, и, например, с утра до вечера вас будем учить по субботам и по воскресеньям, как строить бизнес и так далее, и так далее, значит, мы вас оторвем от семьи, значит, у вас в близком, в вашем ближайшем окружении могут появиться злопыхатели, которым этот бизнес будет, скажем так, чинить препятствия, да, в достижении чего-то хорошего, что в их жизни есть. Поэтому не лишайте семью самого себя, либо саму себя, да, самой себя. Вот, это тоже очень важно. А если вы, скажем так, семьей прониклись к этому бизнесу, да, это тоже не говорит о том, что у вас, скажем так, кроме бизнеса Skyway, там, Skyway Capital, ничего в жизни больше нет. То есть вы там 24 часа в сутки вдвоем, да, как там революционеры, как их называют, там, ну, неважно кто, вот, трудитесь постоянно во благо только этой идеи. Ребята, у вас еще должны быть свои какие-то цели, взгляды на жизнь, да, и то, чего вы хотите достичь. Возвращаясь, кстати, к тому, что мы вам предлагаем сегодня, это инструмент, который помогает вам сегодня зарабатывать деньги, это инструмент в руках компании, который помогает нам привлекать инвестиции, да, но также это инструмент достижения ваших целей. Потому что они не могут быть точно такими же, как у Анатолия Эдуардовича Юницкого, я думаю, вы это понимаете, да? У вас что-то свое есть. Помимо того, что вы стали акционером, чтобы технология реализовалась, у вас есть ваша жизнь. И она, вот, наверное, очень важна для каждого из вас. Поэтому, скажем так, не закрывайтесь жизни только вот ради технологии. Вот. Потому что окружающие через какое-то время вам начнут задавать вопросы, да? Переходить на другую сторону улицы, потому что будут считать, что у вас что-то ненормальное происходит. То есть будьте тем, кто вы есть, но при этом прилагайте усилия для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот и все. Не надо, скажем так, пытаться выглядеть другим. Да? Если вы по жизни веселый человек, там, я не знаю, активный какой-то и так далее, не пытайтесь себя засунуть в какой-то деревянный ящик, в костюм, там, галстуком себя душить и так далее. Да, периодически, может быть, это надо будет делать, но все-таки будьте тем, кто вы есть. Ну, это самое важное, наверное, в жизни. Да? Все-таки не переставайте оставаться для нашего окружения таким человеком, который они вас воспринимают. Это не значит, что под них надо подстраиваться. Я вот сейчас не про это говорю, да? Вот. Если, не дай бог, в вашей жизни было такое, что вы, скажем так, видели дно стакана и дно бутылки, да, я не говорю о том, что нужно оставаться в этом состоянии. Нет. Измените что-то и поменяйте окружение. Но, тем не менее, резко, скажем так, меняться и взгляды, и там, например, манеру говорить, да, скажем так. И очень важно, наверное, если у вас в жизни есть кумир, все-таки не пародировать его на 100%. Ну, это может быть тема немножко другого мероприятия, но тем не менее. Не надо ни под кого подстраиваться. Нужно оставаться самим собой, беря, скажем так, для себя лучшее, что есть в окружении, и что вы можете использовать в своей жизни, чтобы стремиться к тому, чего вы хотите. Ну и последнее преимущество, то, что я хотел озвучить. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте, как я говорил, и на бонусный, и на акционный счет. Так, теперь я, наверное, кратко отвечу на последний вопрос. Он самый такой простой, короткий, и на него можно дать короткий ответ. Будет ли запись сегодняшнего вебинара? Да, запись ведется. Запись будет. Так, Олег из Бишкека. Никто из моих подписчиков не выходит на обратную связь. Вы знаете, подписчики могут быть разными, да? То есть, опять же, мы возвращаемся к способам и методам создания партнерской структуры. Если это вдруг те люди, которых вы не знаете вообще, и они каким-то образом заползли к вам в структуру через интернет, есть определенные проблемы. Но есть очень важный момент. Смотрите, у вас в личном кабинете все партнеры, которые зарегистрировались под вами, они там, скажем так, запротоколированы, да? Напротив каждого из них есть такая буковка «И», нажимая на которую, вы можете увидеть телефон и электронный адрес. Вот если они, скажем так, не выходят на обратную связь сами, да, вы можете к ним обратиться. Будут ли они все с вами сотрудничать, если они вот таким образом к вам попали? Не факт, да, и может быть даже большинство не будут. Есть другие люди, которые вроде бы изъявили желание, да, мы их сильно достали, потом они так думают, блин, да куплю этот несчастный пакет за $15, лишь бы он от меня достал. А потом они начинают работать по программе защиты свидетелей, то есть они исчезают из вашего поля зрения, вытирают своим мобильным ваш телефон, удаляют вас из своего скайпа, потому что вы им надоели, понимаете? То есть вы ни о чем больше с ними не говорите, кроме как о технологии Skyway, да, кроме как о протоколе, скажем так, заседания, которое состоялось 11 февраля, и вы уже, например, с 11 февраля по сегодняшний день, у нас уже 26, да, встречая каждый день этого человека, который у вас купил пакет, говорите, а ты ввели протокол, да? То есть вы сами уже забыли, а каждый день ему про это говорите. Вот таким образом бизнес вести не нужно. Скажите, автопартнерка есть или нету? Не совсем понял вопрос, Владимир, если вы мне напишите по поводу автопартнерки, что вы имеете в виду, мы это обсудим сейчас. По поводу, Борис, очень рад вас видеть. У нас сейчас в комнате появилась, скажем так, ну, все-таки дружественная нам Норвегия, да?
Вот, невзирая на то, что у нас периодически они пытаются найти подводные лодки, находящиеся возле берегов Норвегии, но ничего, у нас общее море. Вот, смотрите, данная программа, которую запустили, я, например, в руководстве нашей компании не слышал того, что ее хотят отменить. То есть это направлено на что? Это мотивация каждого нашего партнера, чтобы он расширял первое поколение. Чтобы он, кстати, зарабатывал деньги, вы понимаете, да? То есть проплаты в первом поколении – это ваш максимальный процент просто по маркетинг-плану. Плюс вам еще 3% готовы платить, если вы ежемесячно, скажем так, выдерживаете 20 покупок пакетов в вашем первом поколении. Это здорово, кстати, я так считаю. Так, дальше. Так, я думаю, я ответил, Борис, да, на вопрос. То есть даты никакие не установлены, и программа это будет. Я за то, чтобы она работала всегда. Так, с подписчиками, кто не выходит на связь, мы поняли. Теперь к ответу на вопрос, который звучит так. Учитывается ли объем, накопленный в RSV System? Ирина, ну вот как-то не совсем, наверное, корректно. Смотрите, компания Skyway Capital начинала свою деятельность ровно год назад. Минус 2 дня, да, там, 24 числа. Вот. В течение там 3 и даже больше месяцев мы шли навстречу людям и подтверждали их участие в нашем проекте. Там даже вы не покупали каких-либо пакетов, было достаточно купить там на $15 и так далее, и так далее. Вот. Огромное количество людей как бы нас не воспринимали всерьез и считали, что им это не нужно. Вот. Потом стали появляться люди, которые говорят, а мы хотели бы подтвердить, но уже нельзя. Мы говорим, ребята, покупайте, регистрируйтесь по новому, покупайте пакеты и так далее, и так далее. Ну, было бы нелогично, да, учитывать что-то, что вы сделали где-то. Это все равно, что вы работали врачом, да, там, я не знаю, в поликлинике номер 1 какого-нибудь города Зубозайчинска, да, и переехали в какой-нибудь Усть-Каменогорск там, или какой-нибудь другой город, и говорите им, ребят, я вот такой же зубной врач, я у вас буду работать, вы можете мне еще заплатить за то, что я сделал там? Поняли меня, да, такой ответ? То есть нет, товарооборот, который есть в RSV System, он учитывается в RSV System, вы молодец, что вы его там создали. Вы можете продолжать создавать бизнес там. Кстати, никто у вас не бросит ни камня, ни чертового хлеба. Да? То есть все будет нормально. Подтвердить было. Вы знаете, те люди, которые были зарегистрированы в компании RSV System до 24 февраля 2015 года, то есть до момента старта компании Skyway Capital, они имели возможность подтвердить свои аккаунты здесь. Просто-напросто. Ввести адрес электронной почты при регистрации на нашем сайте. И у них мало того, что они сами появлялись, да, у них появлялась структура, которая была создана в РСВ, и если те люди подтверждали тоже участие, соответственно, у них уже выстраивалась команда людей в нашем проекте. Вот это мы делали, причем это было, скажем так, согласовано с компанией РСВ System, я не хочу сказать, что это там по просьбе какой-то, по мольбам, нет. Руководство согласовало, что такая возможность была предоставлена нашим партнерам. Вот как это было. Кстати, не очень давно. Не long ago, да. Так, коллеги, я смотрю, что вот я вернулся на начало, мы прокричали друг другу «Ура!», это хорошо, что вы приветствуете друг друга на вебинарах. Вот, я тоже это только приветствую. Объем, Ирина, не учитывался, но учитывался, скажем так, как вам сказать, вы получали квалификацию по тому маркетингу, чтобы в компании Skyway Capital в соответствии с проделанным объемом работы. И многие получили квалификацию даже выше, чем она была в РСВ. Это тоже очень важно. Но это было, сейчас, в принципе, можем об этом долго говорить, но этого уже нет. Если мой спонсор не перешел, а я перешла, и у меня нет спонсора. Наталья, ну ничего страшного не случилось, то, что у вас нет спонсора. Небо же не упало на землю, да? То есть, как бы заставить вашего спонсора перейти было в наш проект, мы не могли и не хотели. Мы как раз-таки были за тех людей, которые приходили добровольно и готовы были что-то делать, да? А мы им с удовольствием помогали. Поэтому, если у вас сейчас спонсора нет, у вас есть наши мероприятия, которые проходят в вебинарной комнате. У нас есть отдел информационной поддержки, который может поддержать ваших новых партнеров, дать им информацию, если у вас, скажем так, ну, не все складывается хорошо, как вы считаете. Мало того, если вы напишете город, вот, да, в котором вы живете, он, возможно, в недалеком будущем в вашем городе будут проходить живые мероприятия, на которые вы сможете просто приглашать людей, да, с целью ознакомления с информацией. И люди, которые являются лидером вашего региона, либо даже сотрудники нашей компании, либо те люди, которые сегодня руководят большими структурами, могут приехать в ваш город и провести это мероприятие. Такое может быть. Ну, конечно, просто так приехать в город, в котором еще, скажем так, никто не сформировался как лидер, там, где нет, скажем, какой-то большой структуры, ну, на голое место, наверное, конечно, никто не поедет. По поводу 11-летнего сына, вы можете создать аккаунт на ребенка, да? Вот. Только потом, если будете на него приобретать какие-либо акции, вам нужно будет к договору прикрепить свои документы как
опекуна, да, получается. То есть вы сегодня, скажем так, распоряжаетесь имуществом несовершеннолетнего. До его совершеннолетия. Ну, вот так вот по закону. Нам иногда говорят, а вот бабушка купит и так далее. Вот если бабушка купит внуку и есть родители живые, вменяемые, да, которые, может быть, против, которые не знали, что бабушка как бы оформила внука и так далее. Потом вот у нас возникали сложности, потому что нужно было подтвердить документами, да, то есть договора, которые у нас идут каждому купленному пакету. И слышался плач Ярославны, потому что родители говорили, бабушке, ты чего, мать, ты куда влезла, да, какие документы, паспорта давать, да ты что? Вот. А бабушка не является опекуном при живых родителях, понимаете, да? Так, Олег, сейчас я вернусь к вашему вопросу. Ага, если я до акции купил пакет юбилейный, то теперь второй пакет, если покупать, снова дисконт только 300. Да, Олег, смотрите, то есть раз эта акция стала действовать вчера или позавчера, если вы купили юбилейный, например, там когда-то, да, я не знаю, насколько давно вы его купили, потому что условия, в принципе, действия акции таковы, что купили вы этот пакет, да, и в течение следующего календарного месяца вам нужно купить следующий. Если меньше месяца прошло, вы знаете, вы можете написать письмо в нашу техподдержку, да, оформится заявка, и мы рассмотрим эту ситуацию. Есть ли возможность вам купить за $1000, с дисконтом уже будет 480. Потому что функционал введен сейчас, и вы понимаете, очень сложно, да, вот программы сами по себе сложные, которые отслеживают все платежи, а вот потом еще искать в глубине, когда у нас кто-то купил какой-то пакет, вы поймите правильно, для этого нужно время и люди. Да, я могу сказать вам честно, что цель нашей компании не сильно раздувать штат, да, чтобы те инвестиции, которые к нам приходили, шли на строительство экотехнопарка. То есть у нас нет огромного количества сотрудников, которые могут целыми днями сидеть, скажем так, и рыться в ворохе информации, кто когда что-то купил. Понимаете, Олег? Поэтому если вы купили не так давно, напишите в техподдержку, индивидуально могут рассмотреть. Какие еще есть вопросы, коллеги? Вы знаете, Ирина, вы правильно поняли, что в принципе 16% начисляться уже будет с пятого пакета. Вот буквально мне сказали, что сегодня ночью в час, как бы так, этот функционал дотестировали, окончательно его запустили. Вот. То есть я вот 2 недели про это рассказывал, о том, как вот то, к чему мы подходим. Сейчас мне вот руководство компании сказало, что все, в час ночи там или даже немножко позднее функционал как бы полностью залит, и это будет именно таким образом. Вы не с шестого пакета будете покупать, получать 16%, а с пятого. И за первые 4. Скажите, пожалуйста, вот опять же вопрос по поводу спецдисконта, да? Хотел бы уточнить. Да, Ирина, все пересчитают. То есть, опять же, если вдруг что-то не произойдет, просьба, напишите в техподдержку, потому что проверят просто ваши платежи, вот, и вам доначислят, если автоматом это не сложится. Вы понимаете, функционал запущен где-то даже больше, чем середины месяца, да, то есть, как бы назад программе тяжело работать. Поэтому, если что-то будет у вас недоначислено, смело обращайтесь к нам. По поводу спецдисконта, это вы имеете в виду вот эти вот за 1000 пакеты, либо опять же, да, у нас появились новые пакеты, вот, к новостям возвращаемся. Вы знаете, что у нас были пакеты стоимостью $25, да, на 10 месяцев, потом у нас было $100 на 10 месяцев, да, было 200 на 9 месяцев и было по $50 на 6 месяцев. Сейчас у нас добавились пакеты. То есть у нас появился пакет по $80 ежемесячно, да, со своим дисконтом на полгода. Вот, у нас появился пакет стоимостью общей $1000, если вы 2 месяца подряд будете покупать по $500, соответственно, у вас будет очень хороший дисконт. Да? Мы вчера об этом говорили, то есть это нужно делать на протяжении 2 месяцев. Кстати, сразу на вопрос, который иногда может возникнуть, а могу ли я сделать при покупке акции в рассрочку на 2 месяца отложить платеж, нельзя будет. То есть тогда это будет рассрочка не на 2 месяца, понимаете, да? И у нас есть пакет общей стоимостью $600, который вы можете оплачивать по частям, по $150 на протяжении 4 месяцев. То есть это пакеты, которые появились. У нас появились очень крупные пакеты. Кстати, если вы покупаете эти пакеты в рассрочку, то у вас есть, скажем так, дополнительный там еще бонус вот, в виде посадки там, деревьев и так далее. У нас есть пакеты акций, которые ну, достаточно приличные по цене. $5000 США, 10 там, и $50000 США. То есть у них есть очень хороший дисконт, и если вы приобретаете данные пакеты, то вам дополнительно идет еще в подарок монета, да вы знаете, и плюс ко всему возможность выехать на территорию экотехнопарка и посадить, как нам сказали, скажем так, какую-то эксклюзивную породу деревьев. Вот. По всей видимости, это будет осенью. То есть это то, что появилось у нас сейчас. У нас появился, для тех, кто не слышал, инструмент, который позволяет вам приобрести пакеты акций в рассрочку
с тем дисконтом, который у вас был, когда вы когда-то покупали. Но только для тех, кто эту рассрочку погасил вот сейчас досрочно, да? Вот. Кто-то взял, например, рассрочку на $25 ежемесячно, заплатил за нее в ноябре, там в декабре заплатил, в январе заплатил, вот сейчас февраль заканчивается, заплатил. То есть этот человек погасит эту рассрочку досрочно, у него появится в личном кабинете, скажем так, в таблице информация, что рассрочка выплачена, и кнопка «Купить пакеты в рассрочку», причем те пакеты, которые были тогда. А у нас были за 25, за 50, за 100 и за $250. Если вы покупали пакет за $25, значит у вас высветится вся линеечка и с тем дисконтом, по которому вы покупали тогда. Вы помните, у нас был дисконт 600 долгое время, потом стал 2 дня 550, 500, 450, 400, 350, 300 и до 250 мы так добрались. Соответственно, вот если вы покупали пакет акций с дисконтом 600, то у вас сейчас будет возможность купить рассрочку такую же минимум, которую вы покупали, либо большего номинала. То есть, если вы покупали по $50 ежемесячно, погасили досрочно, 25 вы себе не закажете. А 50 стоит 250 можете. Это тоже одна из новостей. И, наверное, новость, которую я беру на себя смелость объявить, то, что вот мы с вами раньше говорили, да, приобретая пакет акций компании Skyway Capital, вас заносят в реестр корневой компании, вы становитесь совладельцами технологий. Вот. У нас люди продолжают задавать вопросы, потому что вот у нас передавалась, скажем, процедура передачи реестра осуществлялась там не так часто, там раз в полгода, например. Да? Ну, чем больше возрастает товарооборот, тем чаще это будет происходить. Но сейчас уже принято решение, что раз в месяц будет информация из реестра нашей компании забираться в корневую. И когда будут оформлены, точнее, когда запись у вас будет сделана в реестре корневой компании, у вас в личном кабинете появится кнопка «Заказать выписку». Вы сможете нажать и убедиться, что выписка из реестра. Это появится в ближайшее время. И раз в месяц будут данные по каждому нашему инвестору передаваться в корневую компанию. Вот таким вот образом. Вроде бы как все, вроде бы ничего не забыл. Одно хочу сказать, да, сегодня в 19 часов будет вебинар, вот, на котором будет Григорий Мирошниченко рассказывать, как строить бизнес, как его создавать, как им управлять. Расписание на следующей неделе у нас почти готово, то есть следите за информацией. И очень важный момент, напоминаю опять же всем, в разделе новости, да, точнее в разделе события, первый пункт у нас расписание вебинаров. Это для вас, для ваших партнеров, то есть для каждого нашего инвестора. До сих пор люди продолжают нам писать, что не приходит рассылка, и вины здесь в принципе нашей может не быть, потому что люди просто сняли галочки, да, при регистрации, что они готовы получать рассылку информационно от нашей компании. Вот. Для того, чтобы люди могли находить, когда и в какое время, в какой день у нас проходят обучающие мероприятия, информация о расписании размещена не только теперь в социальных сетях, да, в группах различных и так далее, не только в рассылке приходит, но ее еще интегрировали в личный кабинет каждого партнера. Поэтому следите за этой информацией, следите за новостями компании, потому что буквально недавно, да, вот сегодня разлетелась новость, то, что на сайте Минтранса, да, размещен протокол заседание, которое состоялось 11 февраля, на котором наши технологии признали инновационным Министерство транспорта. Вот сегодня на сайте Минтранса, опять делаю акцент, не на нашем сайте, не мы там куда-то это воткнули, да? Это сайт, это организация, Министерство транспорта. Там появился этот протокол, в котором написано, что наша технология инновационная. Так, до какой даты действует акция о продлении рассрочки 1/600, если оплачен весь пакет? Ольга, ну что я могу ответить? Да, вот когда задавался этот вопрос в начале, только когда люди инвестировали денежные средства, руководство нашей компании сказало следующее. Мы рассмотрим вопрос о предоставлении условий приобретения, скажем так, акций в рассрочку с хорошим дисконтом для тех людей, кто выплатит ее вовремя или досрочно. Слово «вовремя» говорит о том, что 10 месяцев, да, вот будут люди, которые будут добросовестными плательщиками, которые будут платить все 10 месяцев в установленную дату. Кто-то галочку даже поставил, что автоматом списывать деньги со счета. Да? Вот. Но можем ли мы их наказать, скажем так, и через 10 месяцев, когда они оплатили, не предоставить им возможности купить акции с хорошим дисконтом? Наверное, нет. Соответственно, я предполагаю, что это будет длиться, ну, достаточно долго. Вот. Я не являюсь, скажем так, бабушкой Вангой, да, Эдгаром Кейси, ну и как минимум руководителем этой компании, то есть не Анатолию Дарычу Низкий, не могу вам сейчас четко ответить, сколько еще дней или месяцев продлится данная возможность. Но я думаю, действовать она будет долго. Вот и все. Ну что, друзья, будем заканчивать сегодня, да? Спасибо вам за то, что были сегодня на вебинаре.
Приглашайте своих друзей, знакомых, партнеров, рассказывайте о технологии, приглашайте на наши обучающие мероприятия. Борис, что касается встречи в Минске, да, есть вероятность от того, что там появится, скажем так, и увидимся вживую. Вот, потому что хочется не пропустить это мероприятие. Дай бог, руководство нашей компании даст отмашку и предоставит возможность сотрудникам появиться на этом мероприятии. Да, это ключевое мероприятие, очень важное. Вот, и я думаю, мы весело туда приедем, познакомимся с нашими инвесторами, вы увидите сотрудников нашей компании. Не берусь утверждать на 100%, но вероятность есть. Хорошо, коллеги, хорошего вам завершения пятницы, выходных толковых, классных, по-доброму, да, хороших. Ну и до встречи на наших вебинарах на следующей неделе.